Nice. Всем плой, дорогие друзья. И сегодня мы будем играть в непонятные игры снов. Ну, понятно. Это всякие ремейки, всякие непоняточки. Я еще там скачиваются. Так что давайте зарубимся в вот это. Загрузочка какая-то странненькая. Вот так оно все выглядит. Понятно. Лоунд. Ночь первая. Надо нажать. Заяц. Ты Бонни? Интересно, какой у этого зайца, мазайца, скрима? Надо смотреться. Что, ждать, пока он придет, что ли? Настройки. Зайца видно. Вот он. За рекламу. Что ты мазает? Стоит? Как вон да отгонять? Он... Ты что, стенку любишь смотреть? Это же стена. Да. А. Куда? Что, скример, что ли, будет? Приболел, извините. Вы издеваетесь? Вторая игра подошла. Вот это сразу. Нет. Это просто фигня. Ну, все игры, которые скачивала, вот. Вот игра. Я в нее уже играл. Это прикольная, кстати, игра. А я себе, наверное, оставляю. Тут надо... Давайте заново начнем. Тут надо собирать этих монстриков и чтобы они совместились. Теркексик. Оп, полумбойчик. И еще один. Получается Фокс. Извините за то, что экран перевернут. Ничего не могу поделать. Короче, игра такая. Погнали к следующей. На следующей игре тот же самый ремейк. Так, вот это не валяю, это отправляю во ФНАФ. Следующий ремейк это у нас Шлёпа Among Us ФНАФ. Ну, мемчики. Я Россия. Новая игра. Здравствуйте. Я рад, что вы пришли к нам на работу. Да, тут очень грязно. Дело в том, что пару дней назад мы делали один эксперимент, и произошел взрыв. И, кстати, этот эксперимент был в комнате, в которой ты сейчас находишься. Некоторые работники жаловались на то, что по территории здания гуляет тигр в тазике. Да, на вторую дверь нам не хватило денег, но мне кажется, что он туда и не пойдет. До завтра. Вкусно. Мне это... Все пельмени, это очень-очень вкусно. На самом деле рецепт простой. Много мяса, мало теста.
хорошие пельмени. Это очень-очень вкусно. На самом деле рецепт простой. Много мяса, мало теста. Сперва выкладываем великолепный рубленый фарш из масла. Лук, сладких сортов для образования бульончика. И вкус с добавлением сливочного масла. Готовим тонкое... Я один постарался. Совсем немного. Много мяса, мало теста. Вот он. Настоящий пельмень. Внутри много-много мяса. Мало-мало теста. Вот он. Настоящий пельмень. Внутри много-много мяса. Мало-мало теста. Хорошие пельмени, это очень-очень вкусно. Я один вижу слюб. Рецепт простой. Много мяса, мало теста. Хорошие пельмени, это очень-очень вкусно. На самом деле рецепт простой. Много мяса, мало теста. Сперва выкладываем великолепный рубленый фарш из масла. Лук, сладких сортов для образования бульончика. И вкус с добавлением сливочного масла. Готовим тонкое яичное тесто и перец. Совсем немного. Много мяса, мало теста. Вот он. Настоящий пельмень. А внутри много-много мяса, только мало теста. Вот он. Настоящий пельмень. А внутри много-много мяса. Мало теста. Привет. Это было стрёмно. Ой, капец, я там чуть не обкакался. Ладно, игра мне понравилась. Ложим его в нафиг. Хлопалка, куда её? Телефон хлопаешь, он возвращает. Ладно, всё. Теперь нам надо... Вот это даже заходить не хочу. Ну, надо. Ладно. Да я даже не FNAF. Ну, мне же такое. Ну, все детализировано, кроме как зайчики. В том зайчике было. Что это такое? Вот моя комната. А закрывать как? Тут нормально так. Я кроме шлюпа больше скримеров тут больше не буду бояться. А где я? Звуки меня эти пугают. Мне нужны монеты. Короче.
В эту игру просто невозможно играть. Звуки такие, как будто тебе в ухо дали. Осталось две игры. Фредди, музыка 3. Ну, короче, вы поняли. Я в эту игру играл раньше. Мне она очень нравилась. Это мемная игра. Тогда давай вот такой. Да ну больше не чисто. Может, надо по-русски? Фредди. Открываем. Обычно обкуренный Фредди. Закажи. Обычно голден Фредди. Если мне выпадет легендарка, то я офигею. Мишки инсайд. Выбрать Фредди. Мишка Фредди Барни. Выбрать Фредди. Он там упадает. Легендарк! Мишка Фредди. Дико. Открывай. Давайте это снимем. Блин, заново. Погнали. Я в итоге раньше мастер был. Погнали. Эй, ну не Фредди, а Флаппинг. Так, открываем. Мифическая! Сало Фредди. Один. Погоди. Вот мои. Легендарка. Mm-hmm.
КП, не Витю. Как вывернулся, так у меня что было не грандово. Открываем легендарочку. Я сломал игру. Ой, мне понравилась эта игра. Ладно, мне она очень нравится. Вот у нас что получилось этих. Freddy Families. Fun Freddy. Freddy M3. А вот это еще игра. Там, короче, Flaming Pool Bancy. Выглядит тоже, тут реклама только. А вот игре в детстве мастера был. Музыка прикольненькая. А что делать? Что надо делать? Я сломал игру.